видео вас ждет экшен. Как из Эйфелевой башни получилась новая супер необычная постройка розового цвета Киркоров и Чимин? Что новая коллаборация именно в этом видео? Всем привет! Это команда Фарас. Аньосайо, Фарас Медал, Тумсамидал. В этом видео мы решили посмотреть, кто как закончил художку, кто закончил, кто не закончил. Кто начинал? Насколько наши мышцы спины чувствуют друг друга и маркеры. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Все, готовы? Да. А я нет. Ладно. Ты что, нарисовала? Я чувствую. Давите посильнее в спину. Выпрями спину, чтобы давить меня. Вы можете высказывать свои предположения, что это может быть? Это Киркоров. Очень похоже. Я ничего не понимаю. Я не чувствую. Ребят, вот так выглядит Киркоров, чтобы вы знали. Ты врушка! Ты такая врушка! Я себя сильнее чувствую. Ты дави сильнее, мне кажется, он не чувствует. Я вообще ничего не чувствую. Что это такое? Можешь повторить? Я не знаю. Что за агрессия у меня на спине? Что это? Я как мне указали, так и рисую. Ну, в этой ситуации мы просто наше, это самое, мы уже, здесь наши полномочия, все. Не знаю. Господи, это что? Подожди, стой. Это тоже самое. Это что? Картошка. Я не понимаю, что это. Это... Мне грустно, мне Киркоров. Я ничего не понимаю. Честно. Крис, давай. Да подожди. Я продолжаю рисовать Киркорова. Да что же ты рисуешь? Киркорова. Господи. Да, второй круг. Ой, извините. Недалеко закапывать, ну, да. Примерно. Ну, надо на глубину вытянутой руки. Ребят. Ну, это я так его представляю, да? Стой! Я тоже его так представляю. You don't know who is who I am? You want a scandal now? Ребят, вы поняли Киркорова, что ли? Я не понимаю. Мне так нравится, как мы думали, что ты Киркоров, а потом резко это дерево. По-прежнему думаю, что ты Киркоров. Так, да что это? Внимание, за сейчас будет надпись. Вот не тут надо. Где включиться. Ой. Лопатка. Допустим. По букве пиши. Потом поржем. На английском что-то? I don't know. Получилось? Нет. Они пытаются. Надеются. Ну, дальше? Да. Что-то.
английский. Серьезно? Я написала оксусом, что в переводе значит кукуруза. У меня явно не уксус. Все? Да. Ну, у меня все. Окей, давай. А ты Б? Мне очень классно. Это явно не Киркоров. А ты Б? Да. Насколько Киркоров? А у тебя что написано? Я не знаю. Итз. Итз. У меня что-то типа... Оригинал хотите увидеть? Детей? Это чемик? Да. Класс, ты угадала, ты правильно нарисовала. Это чемин. А я просто думаю, он прям похожий. Ребят, Киркоров. Похож. Ой, ну в принципе, знаете, ну... Как бы, покажи своего. Чтобы вы знали, у нас ментальная связь. По-казахски будет BTS, Идзи. Идзи. Причем это даже не и, но ладно. У меня тоже какой-то идзи. Ай, БГЗ. Какие идзи? У тебя АТВ. 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 Но я бы бить его угадала. Я еще думаю так, ну почти. Идзи. Почему? Откуда дерево? Я не знаю, что-то рисовала, нарисовала. А это буква К, это типа К. Киркоров. BTS. Новый мембер BTS Киркоров. Имеет власть. Как он себя зовет? Король русской эстрады и корейской поп-музыки. Киркоров. Ура, все, похлопаем себе. А вы готовы там? Да, я пригласила спину. Да, не готова. Съешь лопатку. Смотрите, смотрите, взяла. Палочка. Подожди. Стой, еще раз. Ну-ка еще раз. Ты чуть посильнее там, как раз мышца болит. Это не массаж? Нет, все. Можно? Я не понимаю. Кто скрипит? Еще раз? Да, давай. Поняла? Ну, а что это? У меня, видимо, да. Перечертила все. Я готова принять этот вызов. Я не знаю, что это. Сделай еще раз. Я вообще правильно понимаю, что от правой лопатки вниз к левой. Я сама не понимаю, что мы делаем. Это домик? Нет. Похоже на домик. У меня какая-то картина маленькая. Еще раз, давай. Картину вообще. Что за маленькие маски? Я не поняла еще раз. Я тоже. Можно еще чуть-чуть? Да блин. Ну вообще, в принципе, это можно потом продать за $5000 в картинной галерее аукционистов. Ну, я думаю, у меня так же. Да, я тоже думаю, что у меня так же. Я одна не думаю так же. Я уже, короче, стою, что-то рисую. Я тоже хаваю по звукам. Повтори еще раз. Почему все два раза не одинаково получилось? Ну, ладно. Потому что там это надо. Хорошо. Ксюша понятно рисует. Я не поняла, где это. Ладно, просто разом.
Я поняла. Через твою руку импульс передал. Между лопат. Я поняла, что между, я не поняла, что. Но у меня получается пока все красное. Красное. Действительно, у меня все зеленое, красное. Я просто делаю звуки, как ты делаешь. Нет, на самом деле... Да почему так много палок? Проблема в том, что даже не знаю, ну ладно. Куда эту палку теперь собрать? Что за палки? Опять крыса. Это иероглиф опять? Знаете? Мне нравится, что вы мне по спине водите. Что тут непонятно? У Димы явно будет что-то нормальное. Все абстракции у Димы дом. Многоэтажка, хрущевка. Что это? Я потом скажу, на что это похоже. У меня все зеленое. Я пытаюсь сейчас придумать оправдание тому, что я нарисовала. Я тоже получается. У меня конец света просто. Вы уверены? Да, давай, слушай. Ну, оправдания этому нет. Не, ну красиво получилось. Главное, бабочки, цветочки. Я не знаю, что это. Может быть, это... Ну, чисто теоретически, это могла бы быть высотка с трубой и флагом и чем-то, но... Я по-прежнему не понимаю, что это. Буквально конец света. Ребят, я красиво нарисовала. Что? Серьезно? Вообще, это эльфовая башня должна была быть. Я не понимаю, как они так все искали. Эльфовая башня. Очень похоже. Мы не играем с Димой. Несмотря на вот это, и сравнивая с тем, это похоже на свой рисунок. Это явно не то, это что это похоже на мышку в Громижане. Сравните. Ой, боже. Выставка. Вот это оригинал. Жалкая пародия. Это как будто бы просто 4 каких-то детских рисунка взяли, типа. Смотри, вот такие вот игры. На нашей вечеринке. Ладно.